Всем привет, ребят. Ну что, наконец-то у нас обзор на очередную, скажем так, в своем роде имбу. Это у нас будет один из массовых дамагеров, которому я поставил талантик Священный Огонь. Думаю, многие видели, как я открывал плюшки. И вот что у меня получилось. Сделал Рину. Почему Рину? Потому что он танк, этот талантик подходит танкам, так как он увеличивает здоровье на 65, немножко больше, чем бастион, и также урон уменьшает на 50, как каменка. По своей сути он намного ярче, чем каменка, и однозначно я буду всем героям, у которых есть каменка, менять каменку на этот талант со временем. В принципе, у меня уже несколько... практически топовая пачка собралась, думаю, мы ее тоже потестируем, посмотрим, кто как проседает. Ну, сегодня у нас будет вот такой вот обзорчик. Давайте сейчас сюда еще ангела поставим. Сам по себе Рину, думаю, вы знаете, что делает, восстанавливает здоровье, то есть он, как и Бигфут, один из таких героев, которые восстанавливают себе здоровье в течение 12 секунд, кулдаун 14 секунд практически всегда. Также наносит массовый урон в районе 1680 от атаки, зональная атака, и понижает энергию на 60 у каждого атакуемого героя в течение 3 секунд, то есть еще и забирает энергию ко всему. Имеет иммунитет к эффектам, снижающим энергию, то есть к разбросу, и быстрое восстановление, то есть он быстро заряжается. Но если поставить ему там ремку, допустим, или быстрая зарядка, ему все равно надо пару секунд, чтобы войти в форму. В этом как бы весь его, скажем так, минус. Я перестал его часто использовать. По снаряге у меня на нем стоит доспех, плюс еще 25% урона, и плюс вокруг себя тоже сносит аурой. В созвездиях он у меня собран, как и многие, на уклонение, плюс крит. У него 12 скилл, сейчас я вам, вот такие у него атрибуты, 15 тысяч, даже 16 тысяч атаки, жизни тоже в районе 500 тысяч, плюс талантик, то есть получается очень-очень даже неплохо. Поехали, потестируем его с оживой сейчас. Интересно посмотреть будет, вот стрелок сейчас по нем будет бить, но как видите, он миссает и не забирает энергию. Вот он включился наконец-то, вот так он работает. Ну, как видите, против Фреи, скажем так, любой герой будет проседать. Неважно, какая у вас будет сборка, но в любом случае каменка — это один из топовых для него талантов. И даже самый лучший, скажем так, со всего, что у меня было, что я тестировал. Поэтому я именно ему поставил этот талантик. Вот сейчас посмотрим, как Афина будет его бить. Вот малышник, Афина, вот он начинает у них отнимать энергию, вот Афина бьет 20 тысяч где-то в этом районе, как видите, он себя восстанавливает неплохо. Вот еще один вражеский Рино, правда, скилл послабее, но смотрим, что получится. Ушатал, ну, 300 тысяч по Ронину пришлось, неплохо, неплохо. Как видите, такая сборочка, урон все-таки держит очень-очень хорошо. Ну, плюс, конечно, здесь у меня ангел на нем стоит и уклонение, ну... Я, как обычно, показываю вам самые топовые сборки, к чему нужно стремиться и что будет на нем хорошо смотреться. Ну, в принципе, Ронин, ну никак он его не убьет. Не вариант. Вот видите, как он. Урона у него, честно говоря, хватает, поэтому его на урон собирать, лучше его собрать на деф, на жизнь. Тот же самый бастион более-менее так универсальный, но каменка все-таки получше. Ну, этот новый талант еще получше, чем все остальное. Ну, базу разобрал. Давайте сейчас еще кого-то поищем. Ну, тут, конечно, опять же, та же самая история сейчас будет. Фрея ушатает. Вот смотрите, какой урон у Фреи. Ну, ничего, включился. Не так быстро его Фрея ушатала. Сейчас должна уже убить. Все равно продержался против Фреи. Надо было еще каких-то героев выпустить, посмотреть, как они будут тащить. Так, а что это тут? За сборная солянка. Так, Некрос.
Потом Повелитель Бури. Вот очень интересно будет его сейчас сюда кинуть. Давайте посмотрим. Сейчас он убивается. Ой, Ару выпустил. Ладно, Ару сейчас, думаю, убьют. Вот тот хил 41 тысяча. Видите, да, какой зональный урон. То есть ему больше урона не надо. Ему лучше все-таки деф, жизнь. То есть что-то такое. Плюс вот хилы. Так, Ара там еще бегает. Блокирует им мини. Побегал на битве Гирли с Аресом. Понравилось. Вспомнил былые времена. Так, отлично. Смотрим. Я надеюсь, сейчас Ара их не заблокирует. Ну вот, вот как-то так. Вот чуть-чуть урон держит. Ну тут Повелитель Бури, блин. Тут такие герои атакуют. Но, как видите, он еще сопротивляется немножко. Ну, теперь смотрите. Давайте сюда кинем какого-то черепа, например. Тут просто раз-два и все. Ворожей. Ворожей еще похилиться может. Тоже с таким же талантиком. Варлок. А если вот так сделаем? Смогут ушатать или нет? Минус один. Хм. Ушатали. Вот так вот. Обычные герои тащат. Так. Ну-ка, череп. Ну, череп не дает зарядиться. Он у меня с разбросом сейчас стоит. В общем, вот так вот. То есть, если судить по всем сборочкам, которые у меня были, это для него самый-самый такой, скажем, идеальный и востребованный талант. Потому что он с ним будет у вас очень универсальным. Конечно, в первую очередь этот талантик Священный Огонь лучше ставить другим героям. Таким как Ворожей, например, Бигфут. Потом уже этом. Ну а так смотрится очень прилично. Вот еще один Рину. Вот интересно сейчас будет посмотреть на ихнюю дуэль. Плюс у меня еще башни бьют и стрелок. Ну, как видите, немножко проседает. Держится. В любом случае, 65% к жизни это оно. Он сам по себе танк еще, плюс сверху 65. Я считаю, это очень хорошо. Если сюда кину... А, хотя, в принципе, тут же никого нету. Думал дерево кинуть. Дерево, если кинем, его, конечно, быстро сольют. Но оно дает также дополнительный деф. Вот, видите, еще и тотем активировали. Вот смотрите, как дерево проседает рядом. А этот держится. В общем, вот такой вот танк у нас получился. Так, ну что, поехали где-то его потестируем в других локациях. Бум-бум-бум-бум-бум. Так, ну тут я не знаю даже, что мы натестим. Ну, на арене тоже его часто использовать можно. Можно рунами корочку поставить. Видите, у меня тут уже пачка собралась. Давайте дам по печени. Сейчас попробуем. Посмотреть, что тут будет у нас. Так, он внизу. Ну-ка, давайте вот так вот. Наверное, солью сразу, да, там Фрея. Ну, продержался немножко, конечно. Ну-ка, сейчас еще сделаем. А, у меня шансы закончились. Вызов. Так, поставим его дополнительно вот так. Давайте вдвоем попробуем. Так, Ворожей дал подхил.
Ну, с подхилом он смотрится намного ярче, но опять же, там Фрея. Вот он подхил, ну, продержался немножко. Немножко даже покоцал. Ну-ка, еще разок. Бля, они так хотят, мы еще поставим тут Бигфута вот такого же. Бигфут у нас сейчас включится. Вот они вдвоем уже. Ну, Афина, Фрея, блин, ворожей, без вариантов. Хотя, ну вот, в принципе, если Артера ставить и все остальное, думаю, можно будет как-то потестить. Вы уже пишите в комментах. Давайте на экспедиции посмотрим, что у него будет твориться вообще с уроном. Попробуем его также на битве гильдии, думаю, на следующий возьму, пачку соберу, побегаем. Так, экспедиция, смотрим. Включится, успеет. Ну, доспех неплохо сносит. Ему урона вообще не наносит. Жесть. Просто там даже тыковка. Вот-вот, они разогнались наконец-то. Тыковка разогнала. Вот они его слили первый раз. Видите, какой разгон? Сейчас еще разок попробуем. Запустить, ну, издали, чтобы он включился. Правда, он сейчас вокруг побежит. Так, смотрим на урон. Давай, ломай уже забор. Видите, скилл не включается, работает вокруг только доспех пока что. Стан и все. Вот и вся его форма. Простоял в стане всю форму и даже не включился. Вот, наконец-то он включился. Ну, в районе 100 тысяч бьет. Плохо, учитывая то, что мы не на урон его собрали. пятнадцать паратуши пришло. Вот это то, что очень плохо его форма, он пока переходит в форму. Вот сейчас, видите, опять будет стоять, надо, чтобы он уже в форме подбегал. Вот сейчас вам будет лучше видно. Вот смотрите, он уже включился. И смотрите, что он делает с героями. Герой, правда, первая эволюция, но опять же. Один против пачки. Можно ему еще каменку поставить, рунами седьмую сделать, но, к сожалению, у меня сейчас нету свободных ресурсов на это. Ну, как по мне, достойно. Будем пробовать его вернуть в строй. Так, ну давайте еще. Вот он, сейчас раз-два, вот только тогда он включается. И опять стан. И все. Ну, урон. Плюс-минус, неплохо-неплохо. Плюс то, что у него забор энергии, вот это радует. Правда, ему надо, как видите, надо подхил. Сейчас его могут слить. Ну, хиляет себя. Не может включиться. Все, завалили. Так, с этим мы решили. Давайте попробуем тестанем его еще в забытой. Так, там у нас Анубис с пактом. Давайте вот так вот на подстраховку поставим Огнекрыла, Анубиса. Сейчас посмотрим, конечно, наших противников, его поставить, танковать. Я, как обычно, проспал предыдущий день. Ну, ничего страшного, думаю. Так, смотрим. Нет, тут. Тут надо мне выбирать. Огнекрыло однозначно. Сейчас поставим его одного. Ну что там, Фрейн затащит? Вражеская или нет? Не, не затащит.
Как же так? Стан. Видите, станет, плюс нек разбьет. Странно. Хотя пачка у меня слабенькая. Так, создать команду. Брать, убрать. Так, поехали. Пусть один побегает. В принципе, более... А, ну там Фрей есть. Так, один удар Фрей, два, три. Три удара под хранителем. Еще другие герои бьют, я считаю, это нормально. Ему одного, конечно, вайфать здесь не очень. Так, у меня Асура здесь не одетой, без ремки. Ну, давайте тут попробуем. Так, тыква, ну опять Фрея. Учился хоть? Нет, без вариантов. Здесь его тестировать без вариантов. В принципе, потестируем, думаю, его уже в полноценной битве гильдии и на следующей атаке фортов. На этой атаке фортов я развлекался. Встретил Эрли Нубов, сразу побежал к ним. В итоге они сами себе запортачили. Дали нормальное чейное битие. Заняли четвертое место. Так, ну давайте добивайте этого. Сейчас уже всех так. Давайте вот этого попробуем. Он в первой линии тут. Без вариантов против пачки однозначно. То, что урон держит, вы видите. Единственное, надо включиться еще. Можно, конечно, его поставить со слоном, но туда отхила не будет. Ну, видите. Стоит, держит немножко урон. Значит, талантик ему подходит все-таки. Ничего себе, что-то они по нему не попасть не могут, не убить. Он не дает им зарядиться просто. Хотя там тоже герои не хуже. Та-та-та. Что-то какие-то фраи у них ватные все. Ничего себе, молчанку даже кинули. А Асура-то бьет. Вот в чем его преимущество. Он даже под молчанкой будет бить. Так, давайте так попробуем. Так, ну-ка. Блин, застанили. Ну, смотрите, как урон проходит. Он сейчас ничего тут уже не сделает. Еще и там. Ну, урон, блин. Прилично, прилично. Чуть-чуть нам не хватило. Видите, герои почти-почти всех снесли. Так. Асура, тащи. Красавчик. Так, ну, в общем, в принципе, вот так вот показал. Думаю, где использовать, вы все знаете. То есть, сам по себе герой отличный, для любого аккаунта нужен. Как бы в топе его не особо часто уже используют. Ну, можно использовать. Будем пробовать его дальше тестить. Ну, я считаю, для него этот талантик просто, просто кайф. Сейчас пойдем, давайте еще в подземочке. Посмотрим хотя бы, что он здесь сможет сделать со своим отхилом. Конечно, единственное то, что его сейчас станет, будут дико. Хотя у него, смотрите, урон неплохой. Сейчас интересно, как против меса он будет. Так, Купидон. Ну все, тут его сейчас... Неплохо, неплохо.
Держится. Давай, держись, держись. Вот он включился. Даже смерть там нифига не может ему особо сделать. Нифига себе. Вот вам Ирину. Можно, конечно, его поставить, наверное, даже лучше в медальку. Он и так себя хилит неплохо. А вот урона будет меньше проходить. Медалька, думаю, даже лучше для него будет. Ну, мясо ему ничего не может сделать. Плюс башни бьют. Попробуем сейчас сзади варлока выпустить. Немножко он, конечно, не туда побежал. Варлок, конечно, скин. Жесть полная. Вот он дал щит, и щит сразу же пропал, сняли. Ну, Меса красавчик. Есть смысл, думаю, в этом таланте для многих героев. Так, ну тут я думаю уже все. Тут уже не варик. Давайте ворожай еще выкинем. Может, ворожай затащат. Смотрите, с ворожаем тащат. Плюс ара. Экстремальное прохождение. А как танк, блин, да круто смотрится. Действительно крутой танк получился. Энергию забирает, массовый урон. И все, они просто все отдыхают, он не дает им зарядиться. Плюс ара тут у нас блокирует. Просто изи. Разобрали весь центр. Да, ребят, вот так вот. Вот так вот. Такой вот у нас получился Рино. Ладно, все, пишите комменты, что вы думаете по такой сборочке. Подписывайтесь, обязательно лайки. Всем пока.